Эй, кто знает, куда пошел Кок? Куда пошел Кок? На запад к форту? На запад. Или на восток? Или на восток? Когда человека нагнули, он хочет узнать. Узнаю. Кто это сделал? Кто? И кого за то кусать? Кого кусать? Мы платим монетой, ведем обмен. И все прозрачно, сквозь наших стен. Даем кредит, даем кредит. Как только товары поступают на склад в амбары. А пока мы покупаем их по цене, которая вам и не придет и во сне. Мы, ваши люди, можем наслаждаться прелестями острова Нассу на счастье. Пойдется по 4 рёба, с каждого доллара вверх идёт. А половина вашей добычи пойдет нам. Не согласен, продавай награбленную шкыню сам. Сбывай сам. Сначала так, чем больше добыча, тем лучше условия. Такой уж обычай. Да, назначаем условия в свои отношения. И всем придется изменить свои решения. Только последний дурак за навар не сдаст именно в Нассау свой награбар. Слово с глазу на глаз надо решать, одно дельце на раз. Давай, только о деле и сжато скорее. Много дел закончить надо быстрее. Последнее время твоя команда заметила, что не получала от меня наводок. И это отметилось, чтобы было как раньше, богатая добыча. А то смотрит команда на капитана, сеть и добыча. Добычу получаешь сегодня не ты, а другие. Причина твоя личная обида. Да, дела такие. Шли идут лучше, как всегда заодно. Не обижайся, ей-богу, я западло. Ты хочешь покончить с этим? Хочешь вернуться, отметим? Хочешь вести договорную торговлю? Каждый хочет прибыль, но тебе не прикословлю.